Сегодня приготовим кекс с яблоками. В этом кексе, по моему мнению, идеальное сочетание количества теста и яблок. Кекс, приготовленный по этому рецепту, получается очень нежный, воздушный и очень-очень вкусный. А для приготовления такого кекса нам понадобится 450 грамм муки, 5 яиц, 300 грамм сахара, 5 яблок, 1 чайная ложка корицы, 8 грамм разрыхлителя и 140 грамм подсолнечного масла. Начнем с приготовления теста. В миску разбиваем 5 яиц. Взбивая яйца на небольшой скорости, добавляем сахар. И затем увеличиваем скорость. Когда сахар растворится в яйцах, вливаем подсолнечное масло. И еще немного взбиваем. В муку высыпаем разрыхлитель и перемешиваем. Половину порции муки с разрыхлителем добавляем в яичную смесь. По мере вымешивания теста высыпаем остальную муку. Тесто готово, теперь подготовим яблоки. Яблоки моем, очищаем от сердцевины и нарезаем небольшими кубиками. К нарезанным яблокам добавляем чайную ложку корицы и перемешиваем. Яблоки с корицей добавляем в тесто и все перемешиваем. Для того, чтобы кекс легко вытащился из формы, форму для кекса хорошо смазываем сливочным маслом и посыпаем мукой. Тесто перекладываем в кексницу и ставим выпекаться в разогретую духовку до 180 градусов. Выпекаем кекс приблизительно 70-80 минут. Испеченному кексу даем остыть и только после этого вынимаем его из формы. Остывший кекс легче выходит из формы. Кекс получился большой и пышный. Тесто в этом кексе нежное, ароматное и в меру влажное. Обязательно приготовьте такой вкусный яблочный кекс, тем более готовится он очень просто. Если вам тоже нравится простая домашняя выпечка с яблоками, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал «Готовим дома». С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием!